Дорогие тулики, уважаемые ветераны, уважаемые оружейники, сегодня мы третий раз отмечаем День оружейника. День оружейника для нас важный праздник, наверное, один из новых, но очень любимых праздников для жителей области, потому что именно оружейники – это те люди, которые более 300 лет развивали, развивают и, уверен, будут развивать нашу великую землю. И уже по сложившейся традиции мы в этот праздничный день, знаменательный день, открываем бюсты наиболее значимым, уважаемым и любимым нашим оружейникам. Имена Грязева, Шипунова, Рогожина – эти имена известны в каждой тульской семье. И сегодня, открывая бюсты великим конструкторам, великим оружейникам, людям, которые смогли сохранить оружейное производство непростые 90-е годы. И не только сохранить, но они разрабатывали оружие, которое сегодня пользуется большим спросом. Я не могу не сказать о вкладе Аркадия Георгиевича Шипунова. Это «Панцирь-С», разработка, которую он вел в начале, середине 90-х годов, когда многие не верили, что это будет нужно, необходимо. Вы помните, мы тогда все оказались в удушающих объятиях наших западных партнеров. Нам многие говорили, что нам не нужно оружие, и вообще никогда нам не придется ни с кем воевать и отстаивать нашу землю. История, к сожалению, иногда делает ошибки. Но история не терпит сослагательного наклонения, и мы прекрасно понимаем, что у России есть два союзника – ее армия и флот. Армия и флот должны быть надежно вооружены для того, чтобы этим оружием защищать нашу целостность и безопасность. И сегодня, открывая бюсты великим туликам, мы отдаем дань традициям не только этим нашим уважаемым и любимым жителям, почетным жителям и города героя Тулы и Тульской области, мы отдаем дань профессии, в профессию, которую вновь начала приходить молодежь. Вот вместе со мной здесь присутствуют руководители наших оружейных предприятий. Я хочу сказать, что вот бывая на предприятиях, очень приятно слышать, что с каждым годом у нас работники наших оружейных предприятий становятся моложе. Значит, снова появляется уверенность в профессии, снова появляется уверенность в том, что России нужно надежное вооружение. Ну и для нас, для территории, где работает 25 крупных оборонно-промышленных предприятий, на которых трудится почти 35 тысяч человек, мы прекрасно понимаем, что развитие этих предприятий – это развитие области. Поздравляю вас всех с праздником, с Днем оружейника. Желаю вам всем здоровья и успехов.